қазақстан республикасының президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты қазақстан халқына жолдауында бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғарғы елге айналуымыз керек деп атап көрсеткен өткен жыл еліміздің білім беру саласы үшін білім беруде дамытың жаңа мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың екінші жылы болды облыста бағдарламаның 2012 жылға жоспарланған барлық нысаналы индикаторлары мен көрсеткіншілі орындалды. Бюджет сферы образования в 2012 году составил 43 миллиарда и превысил на 30% на начало программы 2010 года. На сегодняшний день сеть образования включает 1367 организаций, в том числе 153 детских сада, 486 мини-центров, 578 образовательных школ, 48 организаций ТИПО, 22 организации специального образования. За годы реализации программы в регионе дополнительно открыто 66 объектов, образование – это 6 школ, 57 дошкольных организаций, 3 общежития. В частности, за два последних года введено 57 дошкольных организаций на 5,5 тысяч мест. Таким образом, охват детей в возрасте от 3 до 6 лет в области достиг 99,8%. Вместе с тем, очередь на получение мест в детских садах еще остается достаточно высокой – более 13 тысяч детей. Одна из причин сохранения очередности – наличие в ней детей, которые посещают мини-центры с неполным днем пребывания, о котором сейчас говорил министр. Поэтому в настоящее время поставлена задача перевода их на полный день пребывания. Также проблема сокращения очередности решается за счет расширения дошкольных учреждений, выведения из зданий детских садов, непрофильных организаций и государственно-частного партнерства. В 2012 году открыто 5 частных детских садов, их содержание включено в программу «Балапан». Благодаря реализации госпрограммы развития образования значительно укрепляется материально-техническое состояние. В частности, на капитальный текущий ремонт за два последних года было направлено более 12 миллиардов тенге, в том числе за счет хозяйствующих субъектов около 2 миллиардов. В результате почти 40% школ имеют кабинеты новой модификации, что соответствует плановым показателю. На один компьютер приходится 7 учащихся при республиканском показателе 12. В связи с тем, что в регионе решен вопрос трехсменных аварийных школ и дефицит ученических мест, мы приступили к программе поэтапного капитального ремонта, и на сегодня 40% школ отремонтировано капитально. Благодаря средствам фонда всеобучи активной помощи хозсубъектов удалось достичь почти 90% обеспечения школьников горячим питанием и 100% охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей. В результате внедрения инклюзивного образования 44% таких детей предоставлено возможность заниматься в общеобразовательных школах. Это значительно влияет на своевременную социализацию детей-инвалидов. Кроме того, более 36 тысяч детей занимаются в 2000 спортивных секциях при общеобразовательных школах. С учетом того, что в регионе большое количество малокомплектных школ, это 77%, нами создано 5 ресурсных центров, это опорные школы, для наработки и распространения опыта успешного освоения учебных программ. Для повышения уровня подготовки учителей за два года на базе филиала Национального центра повышения квалификации Урулево прошли курсы подготовки более 5000 учителей. Кроме того, для использования возможности получения доплаты за уровень квалификации, в прошлом году около 500 педагогов прошли курсы подготовки по программам третьего базового и второго основного уровня повышения квалификации. Необходимо отметить, что значительный интерес педагогической и родительской общественности вызвал впервые проведенный конкурс на лучшую организацию образования, инициированный министерством. Это дало возможность еще раз оценить качество и уровень подготовки наших учителей, работу педколлективов. Понимая, что реализация госпрограммы развития образования – это задача не только учительских коллективов и местных исполнительных органов, мы стараемся шире привлекать к данной работе родительскую общественность. За последние два года по линии областного управления образования на госсоциальный заказ выделено около 8 миллионов тенге. Провели родительское общеобластное собрание в режиме онлайн, в нем приняло участие более 8 тысяч родителей. Все вышеперечисленные другие меры оказались на повышение качества образования. Так, по итогам единого национального тестирования за 2012 год учащиеся школ области показали средний балл 77,7, что на 7% пункта выше, чем по республике. 13,5% выпускников набрали 100 и более баллов. За два последних года кустанайские школьники на интеллектуальных соревнованиях республиканского и международного уровня завоевали 141 награду. Олимпийская сборная команда области на школьной олимпиаде прошлого года вошла в пятерку лучших в республике, заняла 2 первых общекомандных места. На сегодняшний день сеть ТИПО представлена 48 организациями. В них получают востребованные на рынке труда профессии более 29 тысяч учащихся. Ежегодно 40% выпускников 9 и 11 классов идут для дальнейшего обучения в колледже и лицее.
Современные требования к уровню подготовки выпускников колледжей и лицеев требуют соответствующей квалификации педкадров. За прошлый год переобучение прошли 26% преподавателей. В целом, 2012 год почти 90% выпускников колледжей и лицеев успешно прошли уровень соответствующей профессиональной подготовки с первого раза. 90% выпускников ежегодно обеспечивается трудоустройством. Таковы краткие итоги реализации госпрограммы по Кустанайской области. Несмотря на определенные успехи, мы видим, Сергей Климович, свои резервы и существующие проблемы, поэтому нами будут приняты все необходимые меры для дальнейшего выполнения программы. Спасибо.